На днях компания «Аквафон» определила имена своих стипендиатов этого года. И сейчас мы направляемся к ним, чтобы поздравить и пригласить на официальную церемонию награждения у ректора. В общем, мы хотим вас поздравить. Хотим вас поздравить, вы стали нашей стипендианткой. Нам очень приятно, что у нас такие студенты есть в АГУ. Студентов-отличников в этом году стало еще больше. По словам сотрудников компании, сделать выбор было крайне сложно, поскольку все ребята очень достойные. Поэтому пришлось учитывать самые разные факторы. Интересы кандидата, студенческую активность, социальное положение, знания абхазского языка и другие. Однако, несмотря на то, что выбор сделать нелегко, все же очень приятно осознавать, что этот самый выбор есть, и у Абхазии такое будущее. Наски арюзе имя кочкошара нас стипендия тардара захку яхут из планам зира нас яхцо хараус и нахак зотара яхцо яра нас ахшары пшихашту дара захку пхот хку яхут. Если честно, я не ожидала, что я стану, потому что я уже проходила один раз собеседование, и как бы ничего с того раза не изменилось вроде бы. И мне очень приятно, спасибо вам большое, что вы меня выбрали. Это настолько замечательно, что на самом деле у студентов есть возможность получать такую стипендию. Я бы пожелала остальным студентам хорошо заниматься, добиваться каких-то успехов. И я думаю, что рано или поздно это все равно заметят, и вам будет приятно, и в принципе вы будете приносить пользу своему государству. Потому что это в первую очередь мне надо. То есть, да, вот получить знания, это, и чтобы потом принести пользу своему государству. Артакар, Радхазяку, Зарахсузеру, Избанзер, Ацара, Хатхава, Пипшу, Зигиру, Шазума, Хари, Ацара, Ацара, Цагиру, Зарахазяку, Науира, Бри, Хаугиопазер, Бри, Хаучер, Хазиги, Джигни, Зупалар, Брю. Помимо 16 стипендиатов компании «Аквафон» со всех факультетов, еще 8 студентов получают стипендию имени Умара Бейгуа, учрежденную компанией в прошлом году специально для репатриантов. Ну, пока не видно, я бы хотел вложить свое участие, чтобы на пользу этой страны. Официальная церемония награждения стипендиатов компании «Аквафон» состоится на следующей неделе.